Ограничение движения на мосту через реку Кудьма в Кстовском районе на участке федеральной трассы Москва-Казань сокращено до 26 мая. Ранее ограничение по скорости движения здесь предполагалось ввести до конца года. Скоростной лимит был введен в связи с ремонтными работами на 447-м километре трассы М7 в Кстовском районе. Максимальная скорость до 40 км в час. Организовано реверсивное движение со светофором. Проезжая часть сужена до одной полосы. Напомним, в выходные на этом участке образовалась многокилометровая пробка.